Привет, бойфренд. О, сосиски. Класс. Заплатил марионетке? Ты заплатил марионетке? Эй, потише. Точно. Ты звонил им? Кому, чему, о чем? Дзюдоистам. Я дала тебе их номера. Опять Таня. Сказал же, не бывать этому. Почему нет? Они бы не согласились. Не согласились? Ты иногда кажешься таким изгоем. Думаешь, ты один такой чудак в этой школе? В смысле? Ты не единственный, кто креативно зарабатывает. Посмотри на него. Знаешь, как он это делает? Кличка Джин Хвана, Дьюти Фри. Его брат работает на сигаретной фабрике, приносит ему все бракованные сигареты. И он продает их в школе. Поэтому хулиганы с ним дружат, хоть он и неприметный. А это Хесу Чхве. Кличка автор. Не знаю подробностей, но думаю, из-за нее у младших классов стали лучшие оценки. Она дорого берет. За доклады берет постранично. И наша хулиганка Мин Хи. Я не могла понять, где она берет деньги на своего парня. Но узнала благодаря тебе. Привет. Спасибо, Багюль. Он на побегушках у владельца клуба. А эта девчонка спала с учителем в средней школе. Что? Откуда ты это все знаешь? Я-то? А я школьный инсайдер. Так что ты хочешь всем этим сказать? Те дзюдоисты, которых ты тогда встретил, опытные. Опытные? Они много тусили с богатыми девушками за деньги. Они не так невинны и чисты, как выглядят. Они точно заинтересуются, если дашь им шанс. Дело не в этом. Уверен, они не согласятся. Тогда в чем проблема?